По последним данным, в Ленинском округе от коронавирусной инфекции привились более 55 тысяч человек. Эта цифра постоянно растет, ведь даже с отменой QR-кодов в регионе интерес к вакцинации у жителей остался. Во-первых, это удобно, можно куда угодно ходить. А во-вторых, ну, чтобы не заболеть самому и не заразить других. Я слышал много историй, что были какие-то осложнения, но я как-то не особо переживаю, потому что, ну, в принципе, коронавирус – это не очень приятная вещь, и в любом случае либо будут осложнения здесь, либо будут осложнения, когда я заболею. Бригада медиков посетила поселок Лопатино. Здесь мобильный пункт вакцинации проработал целый час. Привиться мог любой желающий. Достаточно было иметь с собой паспорт, полис и СНИЛС. Иммунный ответ на введение вакцины формируется около 42 дней. В течение этого периода необходимо соблюдать все меры предосторожности. Отказываться от ношения маски не стоит. После прохождения двух этапов вакцинации на сайте госуслуг в течение нескольких дней появляется вот такой сертификат. Однако, если вы уже получили вторую прививку, а QR-кода все еще нет, стоит обратиться в медицинское учреждение или посмотреть статус своей учетной записи. Она должна быть подтвержденной. Александра Столярова, Кирилл Иванов, Екатерина Давлятова. Видное ТВ.